Доброго времени суток, продолжаем снимать обзоры, напитки, спортивное питание. Сегодня у нас вот такие вот колбаски. Ассорти колбасок от Samsung. Вообще с Samsung брендом знаком уже давно, более 8 лет. Мне он очень нравится, у них хорошая говядина, периодически беру. Правда, цена большая стала, но она качественная и вкусная. И сегодня мы рассмотрим колбаски ассорти от Samsung. Значит, упаковка у нас масса 400 грамм. Приобреталась она за 300 рублей в магазине ОКей. В принципе, недорого. 300 рублей за 400 грамм. Здесь у нас ассорти колбасок. Нарисована говядина, свинина. Написано натуральные оболочки. Свиные, травы, специи, авторский рецепт. Потом колбаски чоризо, куркума, испанский рецепт пикантный. И нюрнбергский ароматный немецкий рецепт без остроты. Интересно. Жарить будем на гриле. Вот. Давайте посмотрим составчик. Итак, ребята, вот так они выглядят у нас. В общем-то, очень неплохо. Чтобы посмотреть состав, это не очень удобно. Нужно делать вот так. И давайте смотреть. Значит, изготавливают все это дело у нас. Мясокомбинат Всеволожский, Россия, Ленинградская область, Всеволожский, город Всеволожск. Вот. И давайте посмотрим составчики. Первые колбаски свиные чоризо от Samsung. Состав у нас входит свинина, говядина, лук, соль, говяжий белок, декстроза, специи, паприка, черный перец, паприка пченая, мацис, куркума, сельдерей, чеснок, ароматизатор, антиоксидант, аскорбат натрия, изоскорбат натрия, аскорбиновая кислота, краситель, экстракт паприки, капсаидин, капсула рубин, усилитель вкуса, ароматного натрия, один замещен, растительный белок, стабилизатор пирофосфата, эмульгатор, моно- и диглицеридных жирных кислот, лимонный ацетат, цитрата натрия, концентрат на основе лимонного сока, сок лимона, консервант, пиросулит натрия. То есть здесь у нас, короче, свинина, говядина. Далее, колбаски свиные с травами и специями. Состав свинина. Лук, растительное масло, молочная сыворотка, сушеные грибы, соль, ароматизатор, усилитель вкуса, аромат, глутамат натрия незамеченный, ксантовый камень, гранатовый камень, говяжий белок, специи, травы, черный перец, орегано, душица, петрушка, тимьян, базилик, чабер, шалфей, розмарин, мята, чеснок, трифосфат, лимонный оксидат, цитраты, натрия, цитрат натрия, стабилизатор пирофосфаты, концентрат на основе лимонного сока, сок лимона, оксидат, пирофосфат натрия. То есть здесь у нас свинина. С травами, значит, свинина. Вот. И колбаски свиные нюрнбергские, но они так называют свиные. Значит, в составе у нас свинина, соль, специи, экстракты, перец, майоран, кориандр, усилитель вкуса, аромат, глутамат натрия, однозамещённая декстроза, соблюдая эмульгатор. Так, ну все, в общем, понятно. Тоже свинина. То есть у нас одни колбаски самсоновские, свинина, говядина, остальные чисто на свинине идут. На 100 грамм продукта, значит, следующая ситуация. Колбаски свиные чоризо, самсон, белки 13 грамм, жиры 17 грамм, углеводы 3 грамма, 220 килокалорий. То есть не сильно жирные. Колбаски свиные нюрнбергские, белки 13 грамм, жиры 19 грамм, 235 калорий, чуть пожирнее. И колбаски свиные с травами и специями, 13 грамм белка, 25 грамм жиров, 280 калорий. Получается, самые жирные у нас. Рекомендации значит, по приготовлению. На сковороде жарить на среднем огне, периодически перебивая 70 минут, на электрическом гриле 4-5 минут при температуре 250 градусов. Будем готовить на гриле, поэтому воспользуемся этим. Ну что, погнали жарить. Ребят, вот открыл, очень вкусно пахнет, выглядит замечательно. Не терпится попробовать. Погнали жарить. Ну что, ребята, выглядит очень аппетитно. Погнали жарить. Ну что, ребята, приготовились колбаски. Пахнет аппетитно. Здесь у нас три вида, собственно, из трех. Вот. Если что, взял соус. Давайте попробуем в чистом виде. Пока жарит старая партия еще. Запах очень приятный, чувствуют специи, мясо хорошее, свежее. Вкусненько. Хороший набор специй, хорошее мясо. Красный вид мне понравился. Попробуем следующий вид. Вот здесь мне уже набор специй не очень нравится. На чувствуется шпик от сала и не очень набор специй. Но это, наверное, свиная чисто. Свиная похуже. И третий вид.
неплохая. Набор специй неплохой. Получше, чем я пробовал второй вид, но первый самый вкусный. Да. В принципе, в самом остальном виде они неплохие. Однако, если их сделать с гарнирчиком, либо там, хот-дог, что-то такое, будет намного вкуснее. Ну, сейчас я еще поем по второй партии. Да, очень вкусно. И сделаю заключение. Увидимся. Ну что, ребята, продолжаю дегустировать. Честно говоря, колбаски меня не порадовали. Вот этот вот неплохой, именно такой вкусненький, я бы сказал, 4 балла из 5. Эти виды мне вообще не понравились. Вот. Разочаровали. Второй раз я их точно не куплю. Вот, я готов, в общем-то, сделать вывод. В целом, поскольку это ассорти, упаковку, я поставлю 2 балла из 5. Двой. Денег своих они не стоят, не рекомендую. Удовольствия от них нету, от большинства, только 3 штуки мне понравились. Такое себе. Не знаю, что мне не нравится. Вот мясо вроде свежее, не нравится мне набор специй. И вот этот жир-шпик. Неприятно, неприятно. Вот. Если отдельно рассмотреть сорти красные, я так понимаю, чариз, скорее всего, они мне понравились. Я их оценил на 4 балла из 5. А вот эти 2 серых, которые чисто на свиньи идет, я поставлю вообще 1 балл из 5, вообще не понравились. Второй более съедобный, 2 балла из 5. Вот. Но общая оценка 2 балла из 5 не рекомендую. Есть намного вкуснее наборы, тот же, например, Реми. Вот, от Prime Beef, очень классные колбаски для гриля. И много вариантов. В общем, вот этот ассорти от Самсона получает 2 балла из 5. Не рекомендую. Ну, в общем-то, и все. До новых встреч.